Большую часть жизни трехлетний Миша проводит в компании врачей и мамы, которая сейчас для него не только самый родной человек, но и фактически доктор-реабилитолог. Произошли тяжелые роды, ребенок родился в асфиксии, мы не задышали, не закричали, были заинтубированы и переведены на ИВЛ. В общем, бригадой скорой помощи детского отделения мы были доставлены в отделение реанимации в детскую больницу, где мы провели 9 дней. И по стабилизации ребенка были переведены в детское отделение. В детском отделении мы находились почти месяц. Ну вот, после этого месяца при выписке началась наша нелегкая жизнь. Сейчас жизнь этого ребенка и его семьи похожа на череду испытаний. Гипоксия мозга привела к сочетанию ДЦП и эпилепсии. Теперь родители добиваются того, чтобы Миша мог сидеть. Следующая цель – стоять, а потом ходить. На реабилитацию ежемесячно тратят под 100 000 рублей. Это львиная доля семейного бюджета. Но мальчику нужна еще одна операция. А это 1 600 000 рублей. Таких денег в семье, где работает только папа, просто нет. Операция будет проходить в городе Москва. Ники педиатрии и детской хирургии Вельтищева. То есть сам доктор Зиненко Дмитрий Юрьевич берется как бы за эту операцию. Операция дорогостоящая, она стоит 1 692 000. Вот на эту операцию выделяется очень мало. Дети годами стоят в очереди. То есть нам сказали, чем быстрее, тем лучше. Вот финансы у вас будут, денежные средства, мы вас прямо хоть завтра возьмем. Вот. Желательно, чтобы... Желательно до конца года. До конца года, да, нам набрать эти денежные средства, потому что будет Новый год, соответственно, новые цены. Семья Миши обращается в многочисленные фонды, которые помогают детям с финансированием дорогостоящих операций. Но ответа пока нет. Вся надежда на помощь неравнодушных людей. Важной будет любая сумма. Для Миши и его семьи это сейчас важнее всего. Ведь успешная операция может существенно сократить встречи с врачами. А значит, Миша больше времени сможет проводить в кругу родных людей. Мир не без добрых людей. Нам вся Мордовия помогает в сборе средств на данную операцию. Чтобы помочь Мише, проще всего связаться с его мамой. Ее номер телефона 8-987-692-7492. Ценной будет любая поддержка. Скажи, руки не опускаем, не впали в депрессию, не ушли в себя, да? Юлия Прунова, Андрей Просвиркин. Наши новости.